Валерий, я прежде чем задать вопрос, который меня давно интересовал, зачитаю просто, как звучит твоя биография в Википедии. Валерий Сюткин родился, бла-бла-бла, в семье преподавателя военно-инженерной академии и москвички. Вот как получается, что преподаватель, твой папа не был москвичом? Мой папа приехал в Москву из города Пермь. Так. И вообще мое отчество... Они все пермские. Тут надо немножко об отчестве. Да. Мое отчество Меладович. Да, вот я вот про это и хотел спросить, потому что это же персидская какая-то история. Нет, это... Мелад, нет? Да, если Тимофей на конце. Мелад – это имя, распространенное в Сербии, в Хорватии, вот, так, вот этот регион. Откуда вдруг в Перми взялся Мелад? А в Перми бабушка назвала папу и последняя буква Дмитрий в его имени Мелад. Как у Валерия Мелад за фамилия. Мы так с ним юморим. Да. У него через «е». Да, а я Мила. Да, да. Вот так назвала. Папа приехал с отличием, окончил военно-инженерную академию имени Куйбышева, угу, которая определила место моего рождения, потому что дом, в котором я родился, ровно напротив. Угу. Это перекресток Яузского и Покровского бульваров с улицей Воронцового поля. Угу. Она какое-то время была улица Обуха, но сейчас ей вернули историческое название. Вот в этом доме я вырос. И папа окончил академию, и остался в ней преподавать в этой академии блистательно. И познакомился с мамой на танцах. Они ходили оба в кружок, в танцевальный, и вот там все это состоялось. А мама моя москвичка, но бабушка по материнской линии одесситка. Так. Из города Балта, Одесская область. Она, а деда я своего в жизни ни разу не видел по материнской линии. Он был поляком, потому что... Там, кстати, ошибка в Википедии, пользуясь возможностью эфира, у интеллигентного человека. Вот он заговорил. Да. Какая именно? Фамилия моей мамы девичья Бржезицкая. Не Дицкая там. БРЖ без согласных. И дальше Е буква Зицкая. Вот, Бржезицкая. Нет, а здесь так и правильно. Смотри, дед по маминой линии Анджей Бржезицкий. Без «Д». Анджей Бржезицкий. Да, здесь все правильно. Все правильно, да. Именно Анджей. И бабушка по маминой линии Лидия Павловна Бржезицкая, да, в скобках Родионова. Да. Так вы определитесь уже. Тогда нет, сдали нервы, Родионова. Извините. Вспылил, сдали нервы обычно в таких случаях, я говорю. Да, так это Родионова все-таки или Бржезицкая? Нет, бабушка Родионова в девичестве, а Бржезицкая... А, в девичестве Родионова, все, понял. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».